В назначенный час нарядные и красивые ребятишки в костюмах зайчиков, белочек, принцесс и других героев прибыли на новогодний бал в детскую музыкальную школу и сразу же попали в сказку с участием добрых и злых героев. Кощей Бессмертный и Баба Яга спрятали Деда Мороза. Внучка Снегурочка отправилась на поиски Дедушки Мороза. В пути ей помогали герои русских сказок – Царь Горох с дочкой Несмеяной, Избушка на курьих ножках. Емеля ради такого случая слез со своей печи. Для того, чтобы вызволить Деда Мороза, дети пели и танцевали, участвовали в конкурсах и водили хороводы. Многие малыши впервые попали в подобную сказочную атмосферу праздника и впервые познакомились с Дедом Морозом, задавая своим родителям вопрос, кто это. Глаза детей в ожидании чуда горели и были наполнены счастьем. За горами, за лесами целый год скучал за вами, всем подарки собирал, никого не забывал. С появлением Деда Мороза начались сюрпризы, игры и подарки. Мальчики-зайчики и девочки-белочки, шустрые и умилительно неуклюжие, взволнованные и спокойные, громко читали стихи. Ой, ребята, тише, тише, что за звон чудесный слышу? Рой снежинок шелестит, к нам Снегурочка спешит. Она поздравит, рада вас с праздником, ребята. Ну-ка, тихо, не шуметь, дайте елка осмотреть. Елочка, как хороша и густая, и высока. Ты мою не трогай, елку, ты же знаешь злого волка. Театрализованное представление с участием добрых и злых героев было ярким и трогательным. Но на этом праздник не закончился. В роли помощников Деда Мороза выступили новошахтинские единороссы, закупив для каждого ребенка подарки и сладости. Первый секретарь местного отделения политической партии «Единая Россия» Сергей Бондаренко поздравил всех с наступающим Новым годом. Всех поздравляю с наступающим Новым годом и желаю всем вам, вот, прежде всего, здоровья. И вот той красивой, мощной активности, которая сегодня есть у наших детей. Если бы мы были всегда такие активные, как наши дети на выборах, нам не с кем было в этой жизни соревноваться.